Всем привет! Сегодня вам расскажу о ценах на грузовике Урал. Такие модели, как 4320 и 375. Начнем с грузовиков 4320. Урал 4320 ДВС. Двигатель КАМАЗ 740 шасси. Цена 750 тысяч рублей. Урал 4320 ДВС. Двигатель КАМАЗ 740 бортовой. Цена 780 тысяч рублей. Урал 4320 ДВС КАМАЗ 740 двигатель Кунг. Цена 800 тысяч рублей. Урал 4320 ДВС двигатель КАМАЗ 740 АТМЗ 750 тысяч рублей. Урал 4320 ДВС с двигателем КАМАЗ 740 ПРМА 2М. В данный момент нет наличия. Урал 4320. Двигатель КАМАЗ 740. Лесовоз. Цена 950 тысяч рублей. Урал 4320. ДВС. ЕМЗ 236. Шасси. 900 тысяч рублей. Урал 4320. ДВС. ЕМЗ 236. Бортовой. 930 тысяч рублей. Урал 4320. ЕМЗ 236 Кунг 920 тысяч рублей. Урал 4320 ЕМЗ 236 Лесовоз 1 100 000. Урал 4320 ЕМЗ 236 Кунг ПРМА 2М. В данный момент нет наличия. Урал 4320 АЦ 5 0. Автоцистерна 1 350 000 рублей. Урал 4320-66 ДВС 236. Воздухозаправщик 6 650 000 рублей. Урал 4320 двигатель ЕМЗ 238 шасси 1 100 000 рублей. Урал 4320 ДВС ЕМЗ 238 бортовой 1 200 000. Урал 4320 ДВС ЕМЗ 238 Кунг 1 150 000 рублей. Урал 4320 ЕМЗ 238 Лесовоз 1 300 000 рублей. Урал 43-202 ДВС ЕМЗ 238 бортовой кран эвакуатор 2 миллиона ровно. Дальше Урал 375. Урал 375 Кунг 550 000 рублей. Урал 375 бортовой 525 000 рублей. Урал 375 шасси 500 000 рублей ровно. Урал 375 шасси двигателем ЕМЗ 236 800 000 рублей. Если вам интересна покупка грузовиков Урал 375 либо 4320, пишите в комментариях, я вам скину контакты для покупки данного вида техники. А если понравился ролик, поставь лайк. Если еще не подписан, подписывайся. И напишите в комментариях, как вам цены на грузовики Урал.